Так, я отдыхал ночью. Я тоже спал. Лечитесь, Дима, а то волки что-то вас покусали. Больно так. Почему у меня внизу слева есть пистолет? Но у меня его нету. Может, он не твой? А, на аватарке? Это зажигалка. Единственный персонаж, сука, с пистолетом или без пистолета. Я считаю, что он ушел на север, я не знаю почему. Радос, куда ты ушел? Давайте спросим его. 2000 баксов за сигарету. И даже получше. Да, он на север ушел. Предикцию сейчас получит 2 урона. Один? Да, за переход по морям. А, 2 за выход и 1 за переход. 2 за вход, 1 за переход. Бля, блин, мне так хочется уебать в Англию, если честно. Тегеранская, либо Североатлантическая. Но если Североатлантическая, то будет все еще один урон. Потому что там нехуй делать в этой Ирландии. Ты типа зайдешь, сделаешь ход и еще 2 полутаешь потом. Либо он движется к замку Дракулы. Да, да, не исключено, что это Тегеранское море. Вообще не исключено. Ладно, хуй с ним, еду дальше, блять. Типа, а, ебать, вообще пиздец. Типа, следующий ход ионическая и высадка под Черным морем в Солоронике и ебашит в замок Дракулы. Так, может быть, сыграем на упреждение? Туда надо кого-то отправлять уже, бежать, ехать туда. Так, вон сейчас по железной дороге поедет лорд Голдоминг. Лорд, вам нужно сейчас в Венецию и срочно ебашить. Так я так и собирался. Ебашить под Солоником. Можно. Я так и собирался. Да нефигу, все нормально. Я все контролирую. Нужно еще билет купить. Подожди. Или можно... Кому-то из нас точно придется проверять Англию. А карты ивентов распространяются на одного охотника или на всех? Не знаю. Да опять смеха забанили. Смотря какой ивент, наверное. Ну, а когда солнце закроет, отличная все, видите? Отличная погода, excellent станет weather. Что наступит? Ребят, когда вот, ну, видите, он мигает там на солнце, типа, его силуэт. Когда 3 этих будет, да, да. То он за каждый свой ход будет по 2 влияния, или по 3 получать. Каждый, себе, типа. Блядь. Да, нужно спешить, 5 хп у него, кстати. Шив ебавни. Лап. Что? Знаешь? Кто у меня просто знает. Есть карта Excellent Weather. Двигайтесь по морю 2 раза за ход. Я думаю, только для нас. Нет, я имею в виду, это только для тебя? Охотника. Да, только для тебя. Хотя, наверное, для всех. Хуй знает. Я не знаю. А что? Ты предлагаешь в море и обогнать его нахуй на Ионическом море? Так просто можно было бы на следующем ходу, чтобы, да, Мунич вышел в Генуе, в море, оказался бы в Ионическом. Ну давай затестим, мне кажется, это для всех, потому что движение для всех. Я один фиг буду двигаться сейчас на восток. Ну да, ты идешь в Венецию, выходишь в море, Лиза юзает карту. И ты... Нет, я не буду в море, я сяду на поезд. Уверен? Ну я попробую выбить хороший билет. Я попробую выбить хороший билет. Даже у тебя, если будет самый лучший на 3, ты приедешь только в Сезгет, понимаешь? В Будапешт. В Будапешт я приеду. А, нет, да, в Сезгет. Сезгет. И потом из Сезгида, если ты на 3 приедешь, тебе еще идти 1, 2, 3, тебе еще нужен билет на 3 желтых. Так, он приедет, если это работает только на меня карта? То он все еще высаживается 1, потом 2 он переходит в Ионическое, и 3 он уже высаживается в Афинах. Ты за 3 хода уже там окажешься. Это в худшем случае. Да, если... но до замка все еще идти столько же. А он, Радуга, что высаживаться не должен больше? Он сразу, блядь, переместится с корабля туда или что? Что я вообще перестал вас не понимать. Не знаю, Дим, суплайся. Или отдыхай. Зачем? Не, день, суплайся. А зачем суплайся? Я поплыву, скорее всего, за ним. Британию проверьте. Типа с тобой вместе ну, удобнее? Я бы тебя похиляла. Потому что, скорее всего, это не факт. Типа суплай с тобой как-то лучше делать? Нет, если ты сейчас останешься со мной в городе, то ночью ты вместо 1 хп восстановишь 2. Давайте решим, кто проверяет Британию. Я предлагаю вам, потому что вы ближе к Бордо. Типа, в Бордо вышел, и следующий ты уже в английском канале ход. Высаживайся в Лондон и езжай, чекай, через 2 железные дороги. Алло? Да. Mm-hmm. Кто это сделает? Ну, вы давай, оба около Бордо. Я думаю, делать сапплай или нет.
Вечером? У тебя нет денег. Нет, сейчас, сейчас. У тебя нету карт. У тебя нет карт оружия? Да, тогда суплайся. Хотя рест, наверное, было бы... А, ну сейчас порестишься. Вот именно, что ночью отдыхать. Так кто из вас в Британию поедет? Да я же сказала, я. Я не слышал. А я вот сейчас ночью, я могу купить билет себе, да? Да. Угу, два из двух. И один. Не два из двух, а два-два. Два по белой, два по желтой. А, ну да, да, да. Два-два. Хиляйся. Девять. И этот сейчас может похиляться. Да, Дима тоже на два похиляется. Сука, пюре. Ой. Что такое? Да я просто думаю, а не переиграет ли нас сейчас Радос? Вот я сейчас просто еду на восток, допустим, а Радос хуяк и встанет где-нибудь в Италии высадится, да, если он сейчас плывет. А мы узнаем. Да. А, ладно. Если он высадится, карта сверху рубашка поменяется. Сейчас он плывет. Вам еще нужно кому-то проверить, откуда он вышел в море. Да, он вышел, выходил 100% либо из Аликанте, если это Лисбон, то либо из Барселоны. Долго ехать проверять, ты же понимаешь. Так, если он вышел из Барсы, то он уже в Тигерийском. Он 100% выходил из Барсы. Смотри, он был в Бордо, да. Он был в Саргосе. Он был в Саргосе? Нет. Мы там были, мы просмотрели. Он, да? он из Бордо, либо в Барселону, Аликанте. Либо да. В Лисбон. Вот мне кажется, в Барселону. Из Барса, а мне кажется, Лисбон. Он мог выйти из Лисбона, он мог выйти из Аликанте, он мог выйти из Барселоны. И сейчас он либо в Северно-Атлантичном, либо в Миттерренеан, либо в Тегеранском еще. Угу. Но мне кажется, что то хуйня, потому что ему нужно дальше плыть. А, стоп, секунду. Он не мог, он все, отбой. Он не мог выйти из Аликанте, тут нет дороги между Бордо и... Он только из Барселоны или только из Лисбона? Ну, Дима сейчас может встать на Барселону. И мне почему-то кажется, что это Лисбон. А я думаю, что это Барса. Смотри, если это не Барса, то это стопудово Лисбон. Все. Он вышел. Значит, ну, откуда он вышел? Он мог с Барселоны выйти в либо, Генуа. Либо Ирландия, но это суицид. Италия. Либо Тегеранское море, Италия. То есть можно не ебашить направо. А он мог из Барселоны выйти сейчас в Генуа. По сути, он там мог да. В Ирландии сейчас. Я выйти. Проверю Генуа. Да нет, ты чё, гонишь? Бля. Давай я мне шаг сделать. Тебе, ближе, ладно. Тебе тоже шаг сделать. У тебя есть лучше? Езжай лучше дальше в Италию. Да, есть на три. Вон, до Рима ебаш. Так если есть возможность доехать до Рима... А то... если это Каглиари? Какой? Каглиари, вон, видишь? Он высадился в Каглиари, сейчас будет там фит делать. А потом дальше поплывет куда-то. И не, выиграет я там в Венецию, примерно два дня. Я двигаюсь по своему плану, типа, еду в Салонику. Ой, да, в Салонику я поеду. Смотри, мы, если сейчас... В смысле, в какую Салонику? Зачем? Зачем в Салонику? Подожди, у нас же был план, что я еду в Салонику. Так он же высадился, он же не поплыл дальше. Да, он высадился, но вопрос... Тебе где? Нужно в Рим. Смотри, если окей. Ты сейчас либо в Ирландии. До Рима, Максим прочекает Геную, Дима прочекает, например, Бордо. Ой, не Бордо, Барселону. Угу. Блин, по-хорошему нам бы первым делом просто отрубить Барселону. Так, да, так это и есть Барселона, потому что он один раз переместился по морю. Все, это 100% Барса. Нет, и 100% он сейчас в Генуа. В Ирландии. Это суицид, это невозможно. Не с его ХП. Ирландия для него это смерть. Это я, еще. Да, это я еще ступлю на Генуа. Потому что еще через ход он получит еще два урона за выход в море. Он может там пофидиться, спрятаться, да какой? Директ. И вернуться обратно и выйти снова. Мне кажется, если мы узнаем, что он в Ирландии на тех ХП, даже с Фидом. А у тебя, погоди, у тебя не было поезда? А зачем ты в Генуа встал? Бля, я думал, он там. Так я же сказал, что пойду туда. Блин, ладно. Ёбанький рот. Чел, может просто молчать тогда? Да нет, ладно, сори. Просто Максиму не добраться Что теперь мне делать? Я просто не знаю, куда мне... А ты не сможешь встать, типа, со мной туда или что? А, ну я зачем? Если бы мы могли проверить два места, теперь мы проверим одно место вместо этого. Ну, оттуда я сейчас... Там я сейчас из Генуа поеду спокойно в Рим. У меня же есть поезд. Нет, я не доеду. Так туда. Ты мог из... А сейчас ты не мог? Из Милана. А сейчас из Милана я на поезде максимум доезжал до Флоренции. Ну и следующим бы ходом закрыл бы его. А и сейчас за... я... Ну, и закрыл бы ему путь. У него из Рима только Флоренция есть. А сейчас он на Волке уебет. Он, типа, может уйти через Венецию. И все. Хотя Волк на столе. Может и не может.
Ну, а я могу же сейчас из Генуа на следующий ход на поезде съездить сразу в Рим? Да. Вот тогда в чем дело? Либо он, если бы ты стал во Флоренции, ты бы закрыл ему выход. Так ты узнаешь, но он уже сможет съебаться в Вену или в ту же Генуа, в которой ты стоишь. Смотрите, а что если он вышел в, либо в Риме, либо в Наполе? Так. Да? Угу. Отправляется в Бари. Так. А, теряет 2 хп. Так. Чтобы выйти в Волоне. Так. И там добраться до замка. Долго будет идти. 1, 2, 3, 4 хода. Мы успеем его догнать там. У меня классные билеты есть по желтой. Окей. Тут стримом проебал, честно. Так и что мне там просыпается? Мы ловим. Может, пойдешь? Куда? В Барселону? Да. Окей. А Димаш тогда к нам. Та-дам! Угу. Летучие мыши. И что они дают? Читай, когда охотник делает следующее действие, вместо этого... Он типа... перекидывает мышей. Да. Он разгоняет мышей. Боже, что мы делаем, блядь, с нашей жизнью? Нахуя мы так сходили? Бля, чтобы оказаться просто... вместе, можете зато обменяться картами теперь. Да у меня... Есть у вас карты друг друга, например? Ну, сейчас я посмотрю, все равно делать нехуй. Которые только не для Ван Хельсинга, только для Лорда. Я посмотрим. А у тебя Ван Хельсинг вообще со всеми же может меняться? Событиями только. Я не брал никакие карты. Хотя, в принципе, Муниорс тоже прав, потому что если он высадился где-то в Рим, и следующим ходом он пойдет, волк, наверное, не... Волк всего один? Да. Значит, он не может перепрыгнуть через нас в Венецию или куда-то еще. И если он пойдет во Флоренцию, это смерть. Мне куда лучше идти? В... К нам, к нам, к нам. Я к нам не могу. Я просто думал, почему. Ну да, в Марсель пока, в нашу сторону. Наступил на Генуа, наступил, потому что я думал, что он там высадился, блядь. Я вот просто... Ну, ну думал, показалось. Сел в Барселону, ладно. Так, нужно мне тикет купить. Хотя нет, у меня нормальный. Ну, у меня 2-2 и 1. У меня один нормальный, один. У тебя всего одна вещь, может, подроешься? А это в сопли, ну, сапли вот это? Сапли, да. Ну, давай, ладно. Ну, а чё? Ну, почему бы нет? О, нормальная вещь. И карта? А карта? Хайвели что-то там. О, и нормальная карта. Заебись. Что-то нам так везет с картами. Так, ладно. Опа, а Радуга что-то может заюзать. А что я могу завязать? Я не понимаю, знаю. Waiting for Радуга написано. Select. Что, блядь? А, ты меня перекинул. А мыши уносят? Летучие мыши так работают? Типа? Да. Мыши уносят человека. Ничего себе, блядь. Не уносите. Так. Мне говорят, за Муниверса. Подождите. Я предлагаю посмотреть на наши карты, чтобы я на твои глянул, ты на мои. О, давай. Там так. У меня что-то есть. Но нам с тобой нечем меняться, по сути. Слушайте, а я знаете, что прору? Если... Ну, я знаю, какие у тебя карты есть. Если мы будем вместе драться, я буду знать, что нажимать. Okay. Ребят. Ау. Смотрите. А если это Испания? А что мне делать? Каким образом? Если он вышел в Mediterranean Sea, и чтобы запутать нас, ушел в Южную Атлантику. Макс, у меня открылось окно черное. Что просто ок, можешь посмотреть мои вещи и поменять. А, да ладно, деклейн там, да, или что нажать? Да, или деклейн просто и все. Ладно. Лиза, но я, если честно, в таком даже не думал ключе. Но да, это возможно. Но это значит, что он из Барселоны... Вышел в море, чтобы запутать нас. Чтобы высадиться в Лиссабоне. Высадился у нас за спиной. Ну это пиздец вообще, если это так. Надо проверить. Ну ты как раз там, проверяй. Но с другой стороны, он мышами меня сдвинул. В ту сторону.
Блять, ну это было бы странно, если бы вот как раз если бы он тебя подвинул к нам, это было бы еще страннее, мне кажется. Диман. Наверное, билет. Если supply нажму, это хуёво. Мне кажется, испанский вариант надо проверить. Supply лучше не делать сейчас. Надо или не надо? А у тебя же вещей достаточно, не надо, Димас. Не, у меня пистолета нет, оружия нет. У тебя есть крест, этого достаточно. Так сказали, что... Ну ладно. В бога веру и все. Ты пройдет. Просто, и просто ходи за нами, Димас. У тебя не будет проблем, если ты с нами. Ты фуловый, ты отхилился. Да, все классно. Не давай ему шансов. Если это была бы Ирландия, а это не может быть Ирландия уже в любом случае. Он слишком быстро высадился. Да, потому что он был бы в Южной Атлантике. Да, да. Он слишком быстро высадился. Угу. Блин, а если это Каглиари, это может быть Каглиари? Каглиари? Ну типа он, а нет, ну смотри, если с Каглиари, то нет, уже не может быть, он куда-то двинулся. Я еду в Рим, по как давай, планировалось. Давай. Ну, знаете что? Yes. Во-первых, он сейчас может прятаться на островах. На каких? Море, например. Я уже говорил. Я всем начале сказал, что он в Каглиаре может быть. Опа! Это что? Это не Рим, значит. Значит, высадка была, скорее всего, в Наполи. И при этом он сделал шаг. Следовательно. Значит, он шел в Бари? Да. И будет сейчас будет в Алону, Вилону. Тогда я поебашил в сторону его замка принимать нахуй его на Салонике. Ну, в принципе, это логично, да. Либо все еще майндгеймс из Испании. Не, я не верю в этот майндгеймс. Это какая-то... Ну, я не знаю, это через, блядь, как-то жестко. Барселона есть. Море поменять, тегеранское, шаг есть. После этого выйти оставить засаду. Это, скорее всего, было в Наполи. После этого сделать шаг в Бари. И ты ему закрыл проход. Теперь ему только в море, либо на тебе на голову. Да? Ну, пускай, я готов с ним подраться, блядь. Я знаю. Так. Are you kidding me? Ладно. Пока без билетов. Пока красивенько в Венецию. И потом... Если он сейчас засаживается в море, он 100% выходит из Бари на Валону. Да, в Адриатичную. 100%. Как я и говорила, либо он в Испании. Бля, ну я, ну это пиздец какой-то в Испании. Типа, круг такой. Милан тогда сухарить. Димас, наша цель как можно быстрее добраться до замка Дракулы. Или до города, который город называется Салоника или Валорна. Вот там, в ту сторону. В Болгарию, короче. Авдеечка, спасибо за рейд. Здорово всем. Авдеечка, а ночью в Доту будешь? Три красные. Там на склад нет, чтоб не пойду. Так, мне уже тикет купить себе. Да. Вообще, монитор сейчас может выйти в море из Рима. В Ионическое море и Афины, типа, здрасте. Либо по его следам, да. А нужно закрывать. Ну, нас нужно закрывать. Бари. Не только Бари, еще нужно будет и Наполи проверять тоже. Подружиться мне. А тебе надо? Зачем тебе? Ты спешишь куда-то? У тебя все есть, ты дальше всех, тебе оружие пока ни к чему. Зачем сейчас дробиться? А куда в девичью шла? Куда она делась? Я взяла хороший тикет на 3-2. Понял. А есть 3-3 тикеты? Вот не знаю. Вроде бы были. О, у меня тоже нормальный тикет. Я один желтый на 2 желтые поменял. Я сейчас пойду в Вену, а потом из Вены сразу рвану в Сизгет на поезде. А потом из Сизгета в Софию, сразу следующим ходом. И пизда. Дима по максимуму хиляется. А что делать? Типа, supply не юзает. Так, выход в море. Так, а у меня получается, ну, типа, два действия. Я могу купить билеты, допустим, и сходить, да, днем? Днем ты можешь только одно действие. Покупаешь билеты ты вечером. Ага. Че, ты же целую партию играешь? Да нет, я просто, блядь... Одно действие в период. Понятно, окей. Ну, а типа, а в чем фишка моего персонажа там? Что-то... Ты берешь по две вещи. Мы когда суплаемся, мы берем одну, а ты берешь по две. Все. И мы как... Нет вопросов больше. Окей. Нет, не две, мы берем одну. Да? И когда мы берем билеты, ты берешь два билета, а мы один. Я понял, да.
все. А ты до этого думал, что просто типа игра такая добрая? Нет, это ты богатый засранец. Ну, да, да. Нас заебывает суплайс. Тебе достаточно одного суплая на игру даже. Да, я уж понимаю об этом. Да. Но ты можешь суплайться за всех и всем передавать вещи. Опа, он поел. Так он в бари. Лови его нахуй. Ну да, сейчас поеду. А прикинь, это не бари. А что это еще? А что смотри, это может быть? Это может быть высадка в Риме и шаг в Наполе. Ты думаешь, это Наполе? Нет, я думаю, это как раз либо бари. Либо он бари мог пойду. Высадиться в Каглиаре, пешком. Там да, пешком. Спрятаться да, на он один здесь. День. И все, он здесь. Угу. Так, цыгане буду. Покажи им оружие, они отъебутся. А он... Так. У тебя есть какое-нибудь оружие? Да, у меня есть оружие, я показал им. А что, что урон-то получил? Я не а знаю. А первый удар получает, а сейчас так. Они угу. Бы еще раз ударили иначе. И я, он я бы им был показал задержан. Тут нож, блядь. А так он раз, не задержан. 2, 3, 4, 5, блядь. Долго нам до тебя. Сейчас битва у меня будет с ним или что? Бари, Наполи. Значит, выставка была в Наполи, и он пошел в Бари. Да. Хорошо было бы закрыть ему Рим, потому что после драки он ночью может съебаться в Рим. Но мы это узнаем, правильно? Мы же увидим его след. Угу. Окей, ебаш его. Я так, морем поеду. Сейчас. А, вы потом будете ебашиться. Да. У меня просто очень далеко, мне морем быстрее намного будет. Но он хотел 100% Валону съебаться. Да, я задумываюсь. Мне идти в сторону замка, отрезать его Валону и все остальное продолжать? Ты можешь пойти в сторону замка, Дима может его принять в Виннице. Все, понял. Виннице, все правильно. Виннице. Так, только не обосрись, блядь, Муниверс. А что мне обсираться? Ну я видел, у тебя там все в порядке. Нет, я не то сказал. Я готов с ним к бою, так что пускай... Нападает, ебать. Я имела в виду, что ты выйдешь в море и высадишься в Валоне. Что, мне сейчас работает спешл? На следующий я могу ход. Спешл забрать? Ебать, я зафейлился! Сори, бля, сори. Сори. Тогда он был бы фул закрыт, типа. Да, я понимаю. Бля, ну я сфейлил очень сильно, извините. Куда мне уже, бля, страшно. Пол второго ночи. Если и проиграем, можете меня обвинять. Нет. Не ходи. Я не Димас. Лучше, о, Димас, иди в Винницу, да. Винницу и следующим ходом садись в море, окей? А почему море? Потому что он будет садиться в море. Бля, ну что, началось. Бля, так страшно к радуге в чат заходить. Меня там, наверное, сейчас уничтожат. Но я рискну. Я люблю риск. А ты заходи в мой чат. Нет, так мне я ж хочу видеть. Я ж хочу видеть, какие он кнопки жмет. Мне же интересно. Уже прогоняют, бля. Борода. А, чесночок не сработал. Мезмерайз. Теперь, если он тебя укусит, то ты выйдешь из боя. Ага. Я, кстати, понял, на кого похож Дракула. На Абдулова. Не, что, хотите сказать, не похож? Знаешь, на кого? У Евгена, помнишь, мы смотрели фильм «Лифт» с нашим каким-то актером? Бля, чат. Он меня не укусит. Простите меня, если я сильно ругался. У меня сегодня был какой-то странный день. Да, блядь, ну что ж ты... Он тебе поломал нож. Да. Не, он нож не ломает. Сломал. А, ломает? И въебал, он да, нож поломал. Оружие. Беги. Я, бля, зашел, а они наоборот говорят, что бля, Максон, мы тебя любим, вся хуйня. Теперь чувствую себя плохо, надеюсь, вы счастливы. Я еще так и да, мы хотим, а что, мне бежать, типа, или драться? Обратная психология сработала, бля. Мне бежать или драться, бля? Да бей его нахуй. Ну, подожди, не бей, да, ты подумай там, хорошо, что он сейчас нажмет. Хотя знаете, что у него... Рад вообще молчит, он с тобой не разговаривает, он слушает только то, что мы говорим. Нет, я думаю, что он может походить просто. Я так, читаю, я просто в школе играл в камень-ножницы-бумаги, блядь. Только тут еще нож можно.
Прикинь, играешь в школе, камень, нож, сумага. У меня камень, а у меня нож. На, нахуй. Нож, сука, все время выигрывал. Тупая игра. Куврочки. Ебать, шаришь, Муниверс, шаришь. Сейчас, сейчас. Ядрить, вы видели анимацию, какую в Муниверсе? Типа, не-не-не-не-не-не было. Так, если будет драка со мной, я, естественно, не буду смотреть. А если будет драка со мной, я все равно первую карту выбираю. Ты первый, кто стрим откроешь, что ты говоришь? Не, ну так в любом случае ходить-то я буду первым. А, тут по очереди разве? Да, сначала выбирает охотник, потом выбирает Дракула. Это твой ролл, Терентий. Выбирал карту вторым и поговорил, что мы стрим-снайперы. Типа, мы выбирали свою. В глав! Ебать. Хорош. Ебать. Нахуй. Мы типа выбирали карту, потом выбирал он, они дрались, он проигрывал, он говорил, бля, стрим-снайперы. Ну по факту же. Слушай, ну звучал серьезно. Вначале. Потом, когда я ему объяснил, что он выбирает второй, он уже начал ржать. Не, не знаю, говорят в чате, что он все-таки рофлил. Просто он серьезно рофлил. Окей, тогда. Типа, что у него на вебке было видно, что он рофлит. Он просто так, говорил серьезным голосом, но типа он улыбался. О! И? О, чесночка укуси! Ебать. Попробуй это. Всего на два? Ебать, ты прижал его, чел, последний раунд. Бля, Рада на вебке разговаривает, но не с нами. Явно обсуждает какие-то свои коварные планы. Я ж не слышу, да, что он говорит. Улыбается. Рада, что ты говоришь? Расскажи мне тоже. Раду, ну я типа вслух типа, считаю его ходы, так сказать. Как-то сказать. Камень-ножницы тоже так же играл? Радуга молится своим темным кровавым. Нет, камень-ножницы он про себя это делает, он же стримит сейчас. Ай-яй-яй, к этому я не был готов. Еще и ночь. Подождите. Нет, день. А что вот у меня есть? Chose card to reveal. Это что такое? А, ты одну карту... Ты должен ему показать карту, вещи, да, чтобы он знал, что у тебя они есть. Потому что ты укушен. Показывай ему чеснок свой. Ебать, еще и зарегенен. Надо было доджить опять. А я думал... Да я хотел, ну ладно. Ну и все, и вышел из боя. Плюс влияние, да. Потому что ночью укусил. Жестко, блядь. Ну я сражался. А все, бой закончен. Да. Да, нормально, ты держался молодцом. Ты очень хорошо, ты его побил. А побил ли? Вот вопрос. Ну я ложусь спать, хули мне. 7. У него было 5. А мне можно спать, да, уже? Да. Ложись. Или сколько? Да. Или у него было 7? У него было 5, он зарегенился. Так, ну сейчас мы узнаем, пошел он куда-то или не пошел. Или в море. Но если сейчас он уйдет в море, то будет 5. Либо он уйдет в Рим. Тут как бы вариантов нема. Еще один укус, кстати, и ты мертв, Муниверс. 2 укуса смерти. Понял. А в Диме так вообще 1 укус и смерть сразу. Почему? Потому что ты уже укушен. Ты всегда укушен. Ебать, отстой. Ты стартуешь с укусом, который нельзя снять никак. А почему? Ну, типа, потому что ты лох, типа. С радугой провел жаркую ночь любви в Англии. А чем прикол персонажа тогда? Либо вычисляете, в какой он стране? Да. Угу. На самом деле, Мина самый слабый чел. Нифига. Я 2 раза за нее играл, такая хуйня. Нифига, я играл за нее 1 раз, пушка. Ну, типа, чтобы вычислить, надо схему стоять, это такое, стой. А Теренти уже видос выложил по Дракуле? Надо будет пойти посмотреть. Лорд, ходите, пожалуйста. Нет, Дракула ходит. Лиза, ты ходишь? Доктор Дракула ходит, доктор. Ходит. Доктор ходит. Нет, я доктор не хожу, Сивер. Я не хожу. Да, вы ходите. Простите. Что, посаплается?
Зачем? Ты не дерешься, не скоро будешь. Зачем ты даешь ему карты сейчас? Не надо соблавиться, просто жди. Типа, тебе еще очень долго идти. Ты только ему карту дашь и все. А мне тикет вот надо. Давайте, единичку обезвредил, ребят. Так, ну что, позаплавимся? А тебе-то зачем? Просто! Люблю соплавиться. Если у тебя фиговые билеты, лучше билет поменяй. Да, и следующим ходом выходи в море. Хуёвый тикет. А если Лиза он уйдет в Тегеранское море, а потом? Или в Черное? Чтобы уйти в Тегеранское море, ему в Рим нужно. А зачем? Он выйдет в море и потом перейдет. Можно пиже, чем 2-1 вытянуть. Ебать, Адриатичное море такая хуйня. Не, она хороша, чтобы из центра Европы попасть, вот типа из Рима попасть. Чего говоришь, Дима? 2-1 билет, это нормально? Ходи. 2-1? Не, такси. Мы же сейчас по желтым ездим, поэтому ищи лучше желтые. О, да, получше. 2-2? 3-2. О, ну мы, так, к сожалению... Дракулец съебывается, да? Не факт еще, не факт. Ага. Дракулец, кстати, мог сейчас ебануть летучих мышей или дым, если у него был, и съебаться на 2, по-моему, вообще. Это, типа, было бы ультра жестко. Сбежать из боя, но он решил давить Муниверса до последнего. Ну да, это факт. Но у него были шансы его съесть? Это факт, X2. Я, наверное, вопрос, как его бить? Не буду спать, стрим 24 часа, все, бить? Я решила. Да, ну вот ты как не можешь. Лиза, как мне его, ну, биться ночью сейчас с ним, или что делаем? Или на утро, когда будет? Нападает, уже, по-моему, только он. Нет, я же в клетке с ним, по идее, на утро, да, Лиза, будет еще драка? Да, произойти. Драки происходят. Если я сейчас на рассвете просто скипну, и на закате. Ну, короче, я сейчас скипну, и, по идее, драка произойдет, это так. Да, вот. Ты скипнешь? Ну, конечно, что, я не могу скипать, что ли? Дракула стоять на месте не может, по-моему. Да? С определенными картами. Только хайд, если есть. Ну, так, это скип, по сути. Ну, делай. Это все, что есть. Я вот не знаю, только можешь ли ты спрятаться в городе, где тебя уже обнаружили? Ну, я просто не хочу прятаться. Какие себе прятки? Я просто хочу... Ну, просто у нас такая ситуация вроде была. Если не ошибаюсь. А сделайте аптайм, сколько уже стрима? Ну, короче, по идее, да. Муниверс, если он отхайдится, просто сделай шаг от него и все, лол. На утро должна начаться драка, по идее. А, даже так? По идее. Утром и вечером. А это наш союзник. Он нам покажет, какие моря он выходил. Он захайдился. Да, вот файт. Ну, будем драться. Бля, Муниверс, смотри. А это драка на... Ну, в принципе, шансов есть побить и свалить. Да, сейчас курс сразу сработает или нет? Не знаю, ладно. Да, да, потому что драка ночной считается. Угу. Он не начнется пусть, я знаю, что он тут делает. Драка считается. Опа, ночной. Пошла психология. Смотри, сейчас переиграешь его. Он не начнется пусть, блядь. Это невозможно. Ну, с другой стороны, мы тебя укусить и смех. Так. Ага. Блять. А он, блядь, и не начал с укуса, нахуй. Да, сейчас он возьмет карты, которые захочет. У него могло не быть укуса. А нет, скорее всего, есть. Он слишком уверенно захотел со мной драться снова. А, нет, это значит, что он сможет отменить потом карту какую-то по себе, правильно? Угу. Это же не дробится. Да, походу это оно. Радо, это типа подаст тебе подровиться потом? Или это даст отменить карту? Нет, вот сейчас мне дало подровиться уже, я понял, выбираю карту. Понял, значит это не то. Но отменить же ты карту не сможешь потом с помощью? И оно и то дает? Да. Ебать! Ну типа он по сути скипает ход и получает потом дополнительное действие. Ты посмотри, как он ручки сложил-то. Хитрюшка. Хитрец. Муниверс. Да? Если что, там все в порядке. Ну, я знаю, я верю, что все в порядке. Да. Нет, я говорю про тебя, а не про него. Ага. Типа, если что... Бля, я даже не знаю, как тебе сказать, он же слушает нахуй, что ты это... На следующий ход, перестань прослушивать.
Ладно, блядь, насчет хода же. Если что, попробуй съебаться, когда будет выгодный момент, блядь, попробуй съебаться. Если я пойму, что как бы... Да, что дела плохи, просто съебись. Но ты просто один укус можешь пережить, не можешь пережить уже, и все. Если он укусит, это пизда, это смерть, нахуй. Ебать, уйду героем, получается, похуй. Сука. Блять, вот знал же, сука. Блять. Это что такое? Я не знаю, вот теперь если он укусит, тебе пизда, это точно. Ага. Теперь ты, он тебя сразу отправит на тот свет. Да, блять, у нас два Дракулы будет, чего уж там, нахуй, если он тебя сейчас укусит. Почему Дракула слышит переговоры, как это обусловлено лором? Ну, потому что игра настольная. Вполне возможно. Мы же не можем попросить человека выйти из-за стола. Не-не-не-не-не-не. Это может быть обусловлено лором. Смотри, чисто теоретически мы путешествуем все вместе. У нас мобильники. А Дракула знает все, что знает Мина, потому что у них с ней связь. Любовная, похотливая, сексуальная и кровная. Потому что он ее кровью попил. Угу. Поэтому из-за Димки... Радуга знает все, что мы делаем. Зачем ты пил мою кровь? Так, а Димка, блядь, в двух городах находится. У нас что, сотовая связь? Да. Так? Да. Когтина. Потому что по лору... Опа! Опа! А он может отменить и въебать тебе когтями. Он же тогда карты плотит сделал. А он вроде оружие. Да, он отменил. Но ты вроде тоже отменил. Нет. Нет, нет, нет. Ну как когти, похуй, терпимо еще. Да, получил. Да, когти это реально терпимо. Это два хода зарегенишь по дороге. По вечерам будешь отдыхать. Но он больше не может отменять карты. Это хорошо. Угу. Ебать, мне расставки против тебя. Да я понимаю. Блять, вот я знал, что на эту хуйню будет использовать, сука. Вот я почему-то попадаюсь на эту хуйню. Да свалил бы уже! Last ход, да. Сыграй с Ивова, это last ход. Да, да, да. Доджни, блять, и все. Он нихуя не сможет сделать. А додж у тебя без отката. Главное не умри, блять. Это единственное, что нужно сделать, не умереть. Все остальное похуй. Так. Ожидаем. Все, все, нормально. Сейвовенько, заебись. И еще раз должен. Я думал, Плутинг должен был отменить ее, но походу она только один раз действует. Один раз, конечно. Так ты же один раз использовал. Если бы ты сейчас второй раз. Я два раза. И два раза прокатила? Да. И нихуя себе. Ты Мезмерайз сделал. Ты Мезмерайз нажал, блядь, четвертым ходом, не Плутинг. А, да, 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 да. Я лох. Я лох, сори. Давай на сейвовичах мы ее раз. Давай, давай. Вот, да. Лап, тут говорят, не мобильники, письма, телеграммы, посыльные, понимаешь? А Дракула читает письма, да? Нет. Мы по глупости своей все Димасу рассказываем. Димас читает письма, а Дракула через него все узнает, потому что я знаю. У них была связь. Нет, мы... Нет, нет, Димас не виноват. Давайте начнем с этого. Так. Вся проблема в том, что мы общаемся в TeamSpeak, и Радуга нас подслушивает. Плотинг? А это шестой раунд. Ну, о, да, ты, ебать, ты еще не с его сыграл, кого? Да-да-да, я чисто... Да, блядь, я... А Рада, зачем Плотинг? Это же заканчивается бой, уже шестой раунд, все. Да? Я думал, да, поле, какая я разница? Думал, последних сил. Ты думал, драться будем? Шесть боев, шесть, все. А, ты еще сейчас чесноком получишь, блядь, походу. Нет, не получит. Не получит? Он же не кусал его. Все, да, конец. Ебать, Рада, ты, конечно, отмочил. Слышь, ну тебе даже повезло, потому что если бы ты пытался его пробить, ты бы чесноком получил. Да, да, вот я так и хотел, блядь. Типа, это еще вот в итоге зароляло как надо. День. Дима, а иди-ка ты... Нахуй. В Бари. Ах ты, сука, нет ты. Езжай в Бари. Он, может, мне кажется, сейчас спрячется. Он хит, хайт нажал, да? Да. Он может реально пойти в Италию. Диме надо идти закрывать Италию. Так, я пойду, ты меня нахуй послал, сам иди. В Италию? Все, бля, я обиделся. Ой, я радовался за тебя. Венеции, Максим находится в Будапеште, ебашево. Нет, посуплаешься, может? А у него маленький город, по-моему. Не... Так какая разница, пусть возьмет один предмет, мелца и Вова.
А, ну, наверное. А раз там события тянутся. Давай события, Димас. А, я хожу, да? Угу. Давай перекрывай его. Есть у тебя билетик до Белграда? Да, доедем, блядь, не страшно. И сейчас заказной вагон. Не-не-не-не-не. Привет, салоники. Мы спокойненько сыграем. Ты хотел суплавиться? Настало твое время, Дим. Ну, сейчас ему либо идти вглубь Италии, а это у нас получается... А что Рим? Мы не прочекали? Какой город мы не прочекали, блядь? Да все вроде прочекали, нет? А, Наполи мы не Наполи, прочекали. Наполи, да. Никто не Значит, либо Рим, да, либо... Либо в море. Что, мне вот тогда Флоренцию зайти, может? Я бы на твоем месте, да, так и сделал. Нет, стоп. Зачем? Или он посуплавился. Может... Посуплайся может, лучше. Пускай он стоит на Венеции. Что? Нет, посуплаюсь ночью. Смотрите, Дракула, если пойдет, он в любом случае потратит ход на Адриатическое море. А если он в Рим пойдет пешком? Дима сможет вернуться. То есть он вполне может пойти во Флоренцию. Через волка, ебать. Ну хочешь подровься прямо сейчас? Я бы сейчас в Флоренцию, а ночью подровился. Давай, не, в ночью не надо дровиться. Вот сейчас точно не надо ночью дровиться. Прям вот точно. Ну сейчас день. Он типа там дашь ему всякие эти заслоны, хуёны, и нам пизда. Ну окей, тогда сейчас задровлюсь. Давай. Только там вещей не будет, ты же знаешь, там события будут. Ты в маленьком городе. А-а-а. Да, там не будет вещей. Тогда вообще. Я на Флоренцию пойду. Иди, давай. Привет, ты Квиз. Не ходил, да? На столочке играем. У тебя как дела? Нет, я нет. Вообще не ходил. Я отдыхаю сейчас. Тебе надо было не отдыхать. А что мне нужно было делать? А надо было встать. Бежать надо было, блядь. А, блядь. Ё-моё. Ладно, попробуем. На Сейвовичах давай. На Сейвовичах. Но сейчас укус тебя... А, убьет сейчас тоже ты... нахуй. А, сейчас... А разве укус сейчас не сработает? Только после мезмеразма сработает. Только после глаза сработает на тебя укус. Иначе хуйня будет. Сможешь долго жить. Понял. Бля, я, наверное, даже не буду сейчас открывать Раду Геймстрим. Мне так интересно. Я теперь буду советовать, ебать. Так, выбрал, заебись. Да, сывовенько, не спеши с ним. Не-не-не-не, я знаю его тактику. Он после того, как он нажимал там всякие кнопки, он будет точно кулаками бить. Клыками. Нет, не клыками, а этими. А мне кажется, он сейчас по той же строте сыграет. Мне кажется, он сейчас кловсами ебанет. И типа он раньше с Ивовой играл, а сейчас он типа на мужика. Не-не-не-не-не-не-не. Я думаю, нет. Я думаю, он по такой же строте будет. Ну, сейчас мы посмотрим, как он сыграет. Смотри, долго думает, соображает, блядь. Не, он сейчас сидит, анализирует звук, блядь. Потеет, так? Во, кулаками, я ж говорю. Опа! Опа! Прохавано, блядь. Так, дальше у него, наверное, есть укус, но он не сильно сильный. Он, наверное, всякую будет сейчас свои дедудли, плоттинг. Он типа думает, блядь, как было бы пиздато отменить сейчас ему карту доджика, блядь. Поэтому ебану-ка я плоттинг. Нахуй. Так он же или после он ходит. Попробует его укусить. Так он же ходит, да, после того, как ты советуешь. Да, правильно. Так он думает, это сейчас я посоветую, а Муни выберет что-то другое, типа майндплей, знаешь, майндплей. Ебать, Радосу сложно теперь, пиздец. Вот это я его нагрузил, да? Бля, теперь он либо должен тебе верить, либо наоборот не верить, это жесть. Там всякие мезмерайзы, вот это типа. Жесть, чел. Я играла на Дракуле, это тяжело, перестаньте, у Радуги голова пухнет. Пускай. Радуга, думаю, сейчас пытается абстрагироваться от всего этого и выбрать что-то стоящее. Если он сейчас меня укусит, то что будет? 2 урона получишь, и все. Угу. И его зарегенишь на 2. Угу. Есть, бля. Ну все, Рада. Тут уже как тебе не сходить, тебе по пасочке. Паски. Масли его, Муниверс. Масли. Тут, блядь, хуй еще угадаешь. Масли. Опа, плотинг, смотри. Нет, сила, нихуя себе, неожиданно. Блядь, хотел его облить. Он нас прочитал, блядь. Он сломал тебе еще 2 демеджа сейчас в лицо. Это опасно. Ладно, все, давай. Ты заебал ломать оружие. Ты ему налил, нахуй, на 4. А, да, я ему налил. Это святой. Ебать. Святая вода, блядь. А это что, блядь? Ты посмотри на его ебальник просто. Это была святая вода. Ебать ты его, нахуй, опрокинул. Святую вода, святую воду, у него был кулак. Ебаш, ну не ебаш его. А, Дракула же вообще не блочит. Не блочит, да. Это ты только можешь заблочить карту Дракулы. Ну, блин. Ой, все, пизда. Я встрел на стриме, все, Радос вообще не то выбрал. А он еще не выбрал, к сожалению.
Ебать, ты ему пизды предложил, неплохо. Блядь. А что ты раньше не лил на него? Да хуй знает, что, блядь, не знаю. Посоветовали, блядь, в чате говорят, у тебя вода есть. Я думаю, ну ладно, пора ее использовать. Да ему водичь. Там, походу, вода горячая была, блядь, видишь, нахуй? Так. Опа, плотинг. И тут? Опа! Нет, тут дождь. Нет. Надо было в лицо ж бить. И он может отменить карту, ебать. Сейчас он тебя будет кусить, скорее всего. Да дело не в этом. Ожидаемо же было, что он будет плотить. Надо было в глаз. А, блядь. Жесть, какая драка. 4 он тебе вряд ли внесет, блядь. Он может зарегениться до 5 хп. Либо он может тебе мазмарай скинуть, чтобы укус был смертельным. Да, и потом отменить. Так что, блядь, смотри, тут внимательно, блядь. 2 хода осталось. Он может ебануть мазмарай с укус, или сейчас укус и что-то. Желательно тебе, блядь, сыграть правильно сейчас. Ну, типа, он сейчас будет укусить, если он меня укусит, то все, да, получается? Нет, сейчас не все. Если укусит, не проблема. А вот после мезмерайза, если укусит, то проблема. И если он нажмет мезмерайз, то он сможет отменить потом твою карту, нахуй, у ворота в конце, и укусит тебя, или побега. Поэтому сейчас лучше запредикти мезмерайз. Пусть кусает сейчас. Да, да, да. Чтобы он отменял сейчас карту твою? С помощью мезмерайза и... Ой, с помощью плотинга. Так. Укус? Уворот? Нет, нет, хуйня. Блядь, чел, ты чё? А, ну ладно, похуй. Нормально, это тоже катит, это тоже катит. Я думал, въебать ему въебло просто. Надо было уворот, он бы отменил сейчас уворот твой, и у него не было бы на последний ход уворота. Да. Всё! Всё, хуйня тогда, хуйня война. Живёшь, блядь. Но может быть ещё один укус. В смысле, такая сейчас у ворот и все, и до свидания. У ворот побег. То что блочит, то, что блочит урон. Нажать побег, просто побег. Зачем было вообще лутать везде? А если плотинг? Подожди, это 5-й раунд. Сейчас еще будет 6-й. Ебать, он сделал тебя, муниверс. Он сейчас может опять плотинг нажать. Надо быть осторожнее, блядь. А может и не нажать. В смысле? Если он сделает плотинг. То на следующий ход он отменит у ворот муниверса и пизда. Муниверс может побежать. А он может сейчас. Нет, не может, он может отменить побег. Нет. Да, с помощью плотинга отменит. И сейчас он нажмет плотинг, так, он потом нет, отменит. Нет, он только что отменил карту плотинга. А сейчас он еще один плотинг сделает, алло. Так, а не сделает, сейчас, сейчас он не сделает, не-не, все. Почему он не сделает? Плотинг он нажмет... отменяет на следующий ход после себя. Плотинг это скип хода. И на следующий ход он его ебанет, ему универс не вернется. Так, а почему? Вообще зачем было лутать весь урон, когда он с первого хода мог сбежать? О, нормас. Сука, нет, не нормас. Все, нет, я ГГ. А почему вы не сбежали? У меня вопрос. Есть карта эскейп с первого раунда. Это правда. А эскейп, он же не работает против когтей. Там против силы и против чего-то еще. Ты убегаешь из боя просто. Он погиб! Я в больнице же сейчас, или что со мной? Или ты мертв! Да, отдыхаешь ход. Ага. Три. Ну я живу здесь. 3000 ходов. Подожди, объясни мне, почему ты не сбежал? Я тебе не сказала, беги. Грязный Радос убил Муни. Я хотел драться, блядь. Ради славы. Зачем было лутать на двух драках весь дэмэдж, когда карта эскейпа доступна охотнику с первого раза? Ну так. Я поверил, просто я думал, переиграю, блядь. Угу. Ну ты же видишь, что у тебя 2 хп осталось. Лиза, она его переиграли. Его да. Переиграли. Меня переиграли. Я, это мой первый ком. Дракула Карс. Первый, в принципе, да, комом. Да просто шуты, шутерите, до последнего после стоите. Того, как Дракула завязал плотинг, ты уже не сбежишь. По идее, побег бы не помог, пишут. О, помог бы. Да нет, помог? Он уже использовал отмену карты плотинга. И если бы он сейчас использовал на твой побег плотинг, правильно? То он бы отменил твой побег. Нет. А, нет, не отменил бы как раз, да. Ты бы просто съебался, потому что Escape сам по себе плотинг контрит. У Escape на карте нарисованы знаки, которые у плотинга. Потому что ты выходишь из боя, что там планировать? А кто ходит? Что такое? Хера, я дрался как лев, ебать. Что случилось? Кто ходит? Ты нафидел, бля. Ходит доктор. Доктор, что так долго? Кто доктор? А еще теперь надо идти тебе Рим открывать. Или не Рим, лучше даже, а Наполь. Я прям на ему наебало встану и вскрою его за Муни. Так, слушай, сейчас, секунду. Ненавижу вампиров. Я ненавижу преступность. Нормально будет, если я сейчас наебало ему встану? Дракуле? Дракуле? Ну да. Да. Ну за Муниверса отомстить надо. Надо.
Охуенно, я вытянул лучший билет. А Мунёс, кстати, следующий ход, если не со время, прикинь. Да, но он все еще будет скипать ходы. Ходить, Димас. Нет, саплай можно брать? Нет, нет. Ну хотя, если тебе прям тебе срочно надо, да? А у меня одноэтажный? Бери, бери. Одноэтажный, да, да хуёво будет тебе. А, тогда хуйня. Он бы убил раньше эскейпа, да. Но время я говорю возьмёшь. Про то, что зачем было доводить в такой ситуации, когда можно было понять, что со второго хона игра не идет и свалить. Нормас, нормас. Надо было сыграть с Ивова, бля, да, это правда. И надо было вообще съебаться днем, а не оставаться там. Беги, Радос. Типа, Дракула беги! Сейчас уйти. Сколько ты бы не бежал? Хода, а охотник может с первого уходить. Радуга испугался, когда я сказал, что сейчас наступлю на ебало, наверное. Да, я бы на его месте тоже обосрался, если... А я не мог, так... потому что ночью нельзя ходить, но я типа решил так вот, да, перехитрить. Не, я изначально говорила про побег несколько раз, по-моему. Изначально говорили, что драться не стоит. Да, конечно, Радуге было выгодно убить кого-то. Вообще, молдавский кровожор. Надеюсь, ему стыдно. Да он вообще молчит уже полчаса, он ни слова нам не сказал во время драки. Я, блядь, думаю, что делать, пацаны, сори. Да давай, я тебя отпижу. Гоку ВП на да, Димас, ну ты же знаешь, что ты на один укус, и ты рипаешься. А мне пох, я тебя отпижу. Я понимаю тебя прекрасно. Ты меня не укусишь. У тебя много всей просто. Просто дерись с ним днём. Димас, если он... А, ладно, пускай сходит сначала. А там разберемся. Раду, доброе утро. Да, простите, пожалуйста, что я так долго. Максим, если... ладно, не смотришь. Лиза, что дает карта The Secreted Soil? Там, draw 3 encounter cards, then discard up 3 encounter cards from your hand. Return выкидываешь 3 карты засады и берешь новые 3 карты засады. Точнее, сначала берешь, а потом 3 скидываешь, которые тебе не нравятся. Dark Call? Mm-hmm. Да. Ты бьешь по себе 2. Что означает recover up to 3 damage? И жрешь и получаешь да. 3 урона. Восстанавливаешь 3 хп. Recover установить. А это разве не фит? Это спрятаться. Дракула спрятался. О, ну засал меня, да? Знаете? Нет, он в Рим пошел. Алло. А, да, все. Так, ебать, Димас, пизду в Генуа. Лиза меняет Локу на Тегеранское море и пизда ему, потому что она высаживается в Генуа. И вдвоем ему чистите ебало. Он в Риме. Так можно в Рим сразу зайти? Зачем, блядь, чел, тебя укусят и ты умрешь. Да не укусят. Чел, а зачем ты так рискуешь? Ну если ты уверен, давай, но после кто этого... Кто не рискует, я... После этого я реально тебя буду... Я после этого реально буду тебя считать руиной, потому что нет смысла в этом никакого. Типа лучше... У него выход только через тебя теперь. Только Флоренция или ебашить в море. Понимаешь? Ну а во Флоренцию и... он пойдет. Почему? А ты пойдешь в Генуа, Лиза перейдет к тебе в море, он пойдет во Флоренцию. После этого Лиза высаживается. Где Лиза вообще? В море. Она сейчас переходит в Тегеранское море. Я что-то вообще не вижу. Модельку. В море, внизу она. Ты что, глаза долбишься? А, это на этот, на Митерин, это она? Да. Все, понял. Так, подожди, а где, подожди, я думал там Муни. Плюс типа, там же там. Спавнится а Муниверс в госпитале. В госпитале, ебать. А госпиталь где находится? Бля, вот у меня все карты пропали. Тут три... Это нормально, подровишься сейчас. Мне уже сапли, а нажать. А, все, понял. Я что-то перепутал Лизу с Муни.
Я, короче, сапли нажимаю. А ты уверен, что в госпитале можно? Ну, наверное, да, можно засаплиться. Хотя я не уверен. Да, можно. Так это значит, что он не в Риме. Алло. Ну, значит, он в Наполе? Наполе, да. А как он может... А, да, а там же он уже был в Наполе. Нет, он был в Бари. Да, но карта закрыта Наполе. Ну, это закрыто. В прямом, он высадился в Наполе, пошел в Бари, встал. Закрытая карта, перед последний след. Это Наполе. Какой Наполе? Говорят, нет, что Бари. Город разные нет, штуки, он, возможно, в Риме. Так, он из Бари. Он невозможно в Риме, а Муниверс пришел из Рима. Да. В Бари, да. И предпоследняя карта это Наполи. В Риме его не было. Да, значит он высадился в Наполи X3. Да, и я опять же говорю, куда он нахуй ушел? В Рим. И... Муниверс в Риме стоит, алло. Я в больнице. Он в больнице, он не в городе. Он только резнулся. Окей, тогда... Так вообще тогда ему пизда, ему тройная пизда теперь, потому нет, что... Нет, Муниверс сейчас фуловый. Нет, я говорю знаешь? Дракуле пизда, потому что Дима делает шаг сейчас нахуй в этот, в Генуа, и если у Димы каким-то чудом есть билетик, блять, а хотя какой нахуй? Ему пизда, алло, он мертв! Ходи налево, Димас, иди в Генуа. Сейчас не ходу. Вы... А ты будешь закрывать сейчас Муни ходит. А как он в Винницу пойдет? Через Волка? А, Лиза ходит, да. Лиза. Ну и 3 хп у него осталось, и один шаг к Диме туда, и пизда ему, воды налей, он умрет. Лиза, ходи. У него 5 хп, 5. Окей. Не, но он если Волка будет прыгнуть, он потратит 2 хп или 1. 1 хп Волк тратит? 1, по-моему. Значит, 4 будет. Лиза, твой ход. Переходи в Тегеранское. Я же говорю, он в Риме. Он в Риме. Все. Все, ебать. Бля, ребят, так хочется с вами поучаствовать в чем-то, но у меня тут, блядь, веселые гонки, нахуй, называется передача. Давай, Россия. Но я, по крайней мере, его заблочил, правильно? Space Created. Ну да. Так, наблюдать в него или что? А ты можешь? А, нет, не можешь. Почему не могу? А... Билет есть? Нет, а вы вдвоем. Муниверс не будет сейчас пиздиться, скорее всего, или будет? Ну я готов, в принципе, я там нормальную штуку. Вопрос взял. Лишь а как работает ли... влет в драку? Встань, наверное, на клетку с ним, нет? У меня вопрос следующего характера, ребят. Какого как характера? Встать, если драка идет, и ты не можешь ходить? Если сейчас станет Дима в Рим, они дерутся вместе с Муниверсом или без? А так это получается, что... Стоп. Нет, Муниверс, по идее, скипает. Это плохо. А если сейчас Дима не пойдет, то не начнется скипает? Ли драка с Муниверсом опять? Один на один. По идее, не должна. Ебать, я готов принять, если что, этот бой. Дима, если ты уверен в себе и готов наебашить ему вперед. Нет, подожди, он в госпитале. Дима может засыплается, например, или... Ну, в принципе, попробуй. А точно ли на закате драка не начнется? Мне кажется, начнется. Голдоминг, потому что уже резнулся и карты даже взял. Да? Да. Бать. Ну сейчас начнется битва на. Типа Голдоминг уже резнулся и взял. Опа. Draw 3 encounter cards, discard about 3 encounter cards. А, это просто хуйня, да. Дракала получаешь. А что ты получаешь? Карты дроют свои. Ах ты сука, перестань дровить карты. Может, если ты сам Рим, в него тебе нужно еще зайти, вот так вот. Хватит дровиться, грязный вампир. Кровосос. Комар. Пиявка. Пиявка. Слушай, ну это самая боевая Дракула, которая у нас была, кстати, за это время. Такие пизделки яростные. Просто все вампиров пиздят, блядь. Ну, Дракула пиздит. Все стрим-снайпят друг друга и все знают. Не, ну на самом деле очень жестко, что не дали ему влияние набрать к концу третьей недели. То есть он получил, по сути, вот... У него на было убийстве. Два влияния. Что думаешь, да. Родос? Советуешься с чатом, да? То есть всех вампиров его убили. Психологическое давление пошло. В Европе не сосуд. Хэштег. Но cards were revealed. Он не показал. Все, пошла пизделка. Один. Здорово! Мы уже виделись, один. А? Смотри, у меня дырка от тебя. Но это день. Он тебя если укусит, он только зарегенит. Ты не умрешь. А, я не умру. Ха! Так да. Что пизди его. Давай, Димас, сделай то, что не смог сделать. Бля, Димас, давай нахуй. Это реально, это сейчас геймченджинг хуйня. Надо музыку эпичную какую-то включить. Почему, бля? Бля, это не то.
Я его и так нормально подбил, Димас. Что, Димас? Добить его надо. Я его разогрел. Что ты ждешь? Что ты не можешь сам принять решение? Тебе советую, что поставить? Камень, ножницы, бумагу тоже так играл? Опа. Вот ты плотник. Я такого не ожидал. А что это значит? Он всегда с этого плотника тебе начинает. Все, надо запомнить. Ты только делаешь одно и то же. Одно и то же. Ты Mortal Kombat тоже нажимаешь только на удары ногой, да? Да, Димас, шутки-шутками, он может отменить твою карту, нахуй. Да похуй, пусть отменяет, блядь. Воду тут... в лицо ему бей, лей, нахуй. Понял, сейчас носу в банку. А-а-а! Я ранен или не ранен. Я не знаю. Блядь. Эй, тут столько вопросов по поводу города. Чумба-чумба. Так, правила? Нет, где справочник? Вот справочник. Давай, ходи! Вампир! Бля, молчит там это. Да, молчит, бля, молчит, принимает молчит, решение. Трайхард, так и чат, что он выбрал? Он пока молчит, да что-то он тебя пока подовнивает. Да посмотрим. Один раз он всю карту даже урон не нанес. Че он подовнивает? Где это овн? Я не вижу овна. Где мой овн? Радос, ну размуться, а? А, ты ждешь? Ты ж, наверное, ждешь, пока смотрю, в чате напишут, ты, что я выбрал. Да, что тебя поставишь, да, я именно это жду. Он сломает, блядь. Блядь, Димас, он тебя рэктит нахуй, вкал просто. Да он мне на того урона не нанес, в чем он проблема? Он сминает, сейчас два получишь, въебало. Да и он отменит еще твой панч, нахуй. Да я похилюсь в городе, это вообще, это весь урон твой. Ай, блядь, по зубам нахуй один, прилетело. Один. Или два. 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 Два, да. Ну все, ловим из Мирай Свибала, который он отменит, неважно, что ты поставишь. А потом будет пытаться тебя куснуть. Третий раунд. Ну что, вампир? Ходи! Ходи! Ого, сразу? Кусает. Ого! Ого! Отменяй! Но у него же есть этот. Да похуй, теперь. Ну, ебать, а что он не отменил? А почему нельзя было отменить? А потому что мне похуй, я мина-хакер. А почему нельзя было отменить? Я мина-хакер, я взломал. Мне не выбрало, чтобы я отменял. Я его взломал. Мне не дало, чтобы я отменял. Это я нихуя не понимаю, как плотинг работает. Смотри, у тебя эти ебало сломал крестом. Ха! То он не может оружие отменять? Макс путает, панч уже был отменен, он не может весь бой отменять карты. Но оно отменяет вот эту хуйню, Мисс Морайз. Оно отменяет Мисс Морайз, походу. Радуга, ты панч отменял? Нет, не отменял. Подожди. Панч я заблочил просто. Да. Нет, подожди. А-ха-ха-ха-ха, попался! Нет, он убежал. Ах ты сука. Отменяет следующую карту. Трус. Вот, нет, вот сейчас трус. Прямо вот сейчас я ее отменил. А, наверное, крест нельзя, потому что... Да, крест нельзя блочить, все верно. Чё, испугался меня, да? Испугался. Я выиграл. У него один хп, блядь. Бля, интересно, а коронавирус можно назвать проклятием? Он может сейчас на два хода, да, съебаться куда-то? Куда убежал? А ну возвращайся, я за муниверсом мщу. Давай, я сам готов отомстить, типа, два хп, я готов его сам. Возвращайся, летучая мышка. На два города может съебаться. При этом в баре нельзя ему, потому что там все хуёво. Ебать, прижали. Так он удар отменил, он не менял удар. А удар не прошел, потому что он его картой заблочил. Дракула спрятался. Маленький Дракула спрятался. Радо, летучая мышь на сколько? На два хода тебя отпускает? Да, да, да. Так. Раз. Это у нас либо Винница, что вряд ли. Так что, скорее всего, это Генуа. Да. Думаешь, не Винница? А, он думает, что ты пойдешь в Винницу. А я пойду в Винницу. Это самый ближний ко мне город. Потом из Винницы он может, конечно, дернуть в Милан, но я пойду в Милан. Стоп, он сбежал летучей мышью? Да, на два города. Это значит, он сбежал не через один, а через два города. Да, мы уже посчитали.
Я же говорю, Винница или Генуа? Да он в Виннице, бля, походу. А нет, стопудово в Генуа. В Виннице там уже занято, там винницкий потрошитель живет. Нет, up to two roads. Ну да, две дороги. Две дороги. Ну мы уже посчитали две. Первая это Флоренция, и Флоренция это промежуточный узел. Либо я он... Я могу высадиться сейчас в Генуе. Да, 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 это так и надо сделать. А ребята на поездах ебашьте. Берите билеты, кто там я, снизу. Я пока еще только сапликал. Стойте, подождите, я не сапликал. Могу высадиться ночью же. Ну, днем высадишься. Как раз высадишься, узнаем, Генуа это будет или Винница. Блять, дайте мне нормальный человеческий билет, сука, а не это говно. Я уже заебался бегать нахуй. Туда-сюда, дайте мне... Дайте въебать ему уже. Так, куда, куда ехать надо? Где эта грязная мышь? На север, на север. Блядь, ты не можешь сейчас ехать. Отдыхай. Регень хп. А, отстой. Ну, а билет сами. У тебя есть? Нормальный, есть, да? Есть. Заебись. А куда надо там? Из Генуа он съебется. В Генуа. Ля побитый какой. Это после меня. А почему у него 2 хп? Было же 1 или не было? А ну 3 хп я в крестом ему снял. У него было 5. Ебать. Не, Радуга очень хорошо держится. Он прям... Ну, после встречи со мной не так хорошо. А? После встречи со мной не так хорошо. Его эта хуйня не сработала против моего креста. Он же на Муни постоянно эту хуйню юзал и... А, у него дозрела хуйня, что ли? Нет, да. Сейчас Муниверс пойдет и убьет ее. Да, это злая луна. Муниверс, поди убей хуйню. А в чем? Я не мог в Наполе. Не можешь? Нет, все, у меня скот. А, ну Джон. Значит Дима пойдет. Сейчас доктор ходит. Дима, пиздуй в Наполе. Пиздуй. Лиза, высаживайся в Генуа. Yes. Не Генуа. Винница, охуеть. Давай, папаша, дедуля должен завершить эту игру. Блядь. А Винница, он из Винницы мог пойти только в этот... В Мюнич. В Мюнич. Либо в А как я должен его догнать, если он в Мюнич съебался? А вдруг он в Загреб уебал? А у тебя нету хотя... карты диких лошадей, например? Не, нихуя нету вообще. Такая, ну это... Твои проблемы. Это наши проблемы, блядь. Надо было... Нет твои, лол. Нужно, чтобы ты закрывала Винницу тогда, а я поебашу в Мюнич и пойду потом его на поездах догонять. А может я его попробую поймать, через, если он пошел через Милан? Ну хорошо, тогда... Дима, ну блядь, не могу, ну нет! Не могу! Куда? Вниз ты не можешь один шаг сделать в Наполи, блядь? 6 раз, сука, сказал, ну, что нужно вниз. Пойти Наполи закрыть, блядь, потому что там засада лежит. 6 раз Лиза сказала, я сказал, я думал, похуй хочешь... вообще. Я думал, ты имеешь в виду вот этот город, который выше меня еще. Да, я имею в виду Наполи, блядь. Я думал, в Венеции прячется. Я думал, да что... Так карта зреет наверху, блядь, ты что, не видишь? Он мог да у него 2 хп осталось. Ебануться, я думал, я думал вообще наебашу в этом. Третья неделя закончена. Он получает влияние за каждый как... ход сейчас. И ты ему задарил в Наполях карту влияние, которое он получит сейчас, которое дозреет. Радос, спасибо за донат. Пожалуйста, Димас, пожалуйста. Че, может, терять нам уже особо нечего? Ну, да, уже похуй. Уже похуй. Пытайся угадывать дело. По идее, парни, ну я не ошибаюсь, я может туплю, но по идее все, я выиграл. Там аристократ? Потому что там вампир, да. Аристократ? Да. Пиздец, Димас. Ну, бля, сори, я ты не понял. Выиграл. Пиздец! Нет, я еще не выиграл, я да, не понял. Не знаю. Но вы должны меня догнать. Либо должны нанести как-то сейчас мне урона. Но вы меня не догоните, это я сразу гарантирую. У меня сейчас волк уже. На волка. Волк будет, да. Кайф. Если вы говорите, что а каждый все, ход... Нельзя теперь... туда закрыть, и все. Туда. Ну вечером ночью... ходить нельзя. Да, сейчас ночью она, по идее... активируется. Ну, по идее, надеюсь. Может быть, есть какие-то карты еще. Ну, я не уверен. Я не знаю, как это работает. Ну, так и должно быть. Аристократ 4 дает. Жалко, что контрзат не работает. Отстой. А сколько дает один день? Вот один день, сколько тебе влияния дает? 3? Да? Если 3... Сколько влияния дает? Я не помню. Дает? Вообще не помню. Он по мануальным настройкам. Кто-то дает 1 влияние, кто-то 2, кто-то 3. У нас нет таких настроек, так что сейчас и узнаем.
Ну ладно. Есть нормальный билет, Лиза, или нет? Сейчас Дракула ходит. Ну, вообще, я спрашиваю, есть или нет? Сейчас посмотрю. А там желтые дороги? Дозрел челик. Бля, да. Непонятно, как это... А, ну там на 3, там не на 4. А, там был не аристократ. Да, а там не аристократ, обычный? Не знаю, покажи. Да. Вроде аристократ 4 дает. А, понял, понял. Бля, не понимаю, что завязать. Да. От Мунича еще 2 города. Ай, ладно, похуй. Пиздец! Не прочекать самую легкую, самую хорошую. Да, блядь, ну я не понял, говорю же. Ну что ты мне говоришь? Это им дали все, да? Да. За этот. ГГ. Это им дали за отчаяние. ГГ. Все, победа. А там плюс 3 получается, или плюс 4. Чтобы вы понимали, у меня лежит карта, которую можно использовать днем, минус 4 влияния Дракули. Если бы Дима прочекал вампира, мы бы еще поборолись. Бля. Ну да, раньше там... Там ну, закинул, а как я использую? Упали. Ну закинул, ну, чтобы было. Только днем. Я могу ее использовать только днем. Это значит, я бы не мог идти. Ну и что? Да, когда... Откуда ж я знал, что у нас будет 8 влияния в раз? Я думал использовать только тогда, когда это было бы неминуемо. Когда Муниверса убили. Ну и что там, 6 влияния? Клево. Я же не думал, что мы не зачекаем аристократа просто потому что, и потом Радуга сделает шаг и залучит еще влияние. Я не ждал, что у нас будет 6 или 8 влияния в раз. Я типа хотел ходить до тех пор, пока мне позволяет ситуация ходить, чтобы не отставать, потому что я понял, что я участвую в погоне. Типа, если бы это было уже неизбежно, я бы сделал. Но кто ж знал, что мы не прочекаем вампира аристократа, лол. Я вот тоже думал, если прочекать, и должно было все нормально быть. Ну типа, нет, не нормально, но мы бы еще погонялись, это точно. Ну да, да, да. Я на самом деле, Максим, хотел прыгнуть на волка в сторону тебя и через тебя перепрыгнуть. Нихуя, а, ты бы зачитал это? Я бы проверил, да, я бы, наверное, проверил. Но это было жестко, все еще раз, очень хорошо для первого раза. Но я бы проверил, но я бы думал, что ты пошел на север. Но я сейчас и на север пошел, и тупо подальше от вас, потому что я знал, что я с понедельника буду получать, вот я не аристократ знал сколько. Аристократ вообще, да, но все еще. Аристократ не сопротивляется, да, его просто, да, его просто, да, серчишь, да, да, и он умирает сразу. Да, но да, поэтому он так много влияния дает. Ну, все равно неплохо. Да, игра была классная. Блин, Димас, да, слушай, когда говорят. Я все говорили, что я обойдет. Типа, города... Я тоже столько раз думал, так проебывался, мы... вы не проверяете. Там это просто города, фейлил, блядь, надо наводить постоянно. Нельзя как-то поставить постоянное отображение, кстати. Не, надо просто слушать, да, что тебе говорят. Типа, тебе сказали несколько раз, а ты просто пошел. Типа. Да я был уверен, сделал, что в тот город имеете в виду, что-то я прям... Там написано. Мы сказали проверить засаду, ты же, да, видишь Наполи, наверху, написан город, написано засада. Так я думал, за собой оставил, там я не понял. Ты когда нажимаешь ОК, тебе пишут, вы хотите перевернуть, что в Наполи. Я тогда не понял. И ты нажимаешь только после этого ОК. Но все еще, самая близкая игра, что была. Из Рима же была дорога в Неаполе, там же вы уже делали, вы там ходили так уже, да? Нет, да, мы знали, что в Неаполях засада, да. Там есть дорога, я сам из этого, из Неаполя в Рим ходил, так что там есть дорога, чат, я еще раз говорю. Там красная дорога. Но она такая темная, ее типа не видно. Да, она как будто единственная такая замаскированная там. Я еще в начале тоже, когда только туда поставился, я же поставился в Неаполе, сел. И я не понимал, там есть дорога, нет, она такая красная прям, ну точнее темная. Ебать, а знает кто-нибудь, да, клево, а знаете, кто такой ледяная глыба Стив Остин? Ледяная глыба Стив Остин. Stone Cold Стив Остин, ебать, он станеры дает. Короче, рестлер был такой легендарный, очень крутой. Хотел только сказать, наверное, рестлер. И там есть газировка, в которой девиз типа Stone Cold, понял, типа очень холодная, ебать, типа ультра. И там пошло юридическое ебашка. Какую? 2.20 почти. Спасибо, Димас. О, Родос, спасибо за 500. Пожалуйста, пожалуйста, Димас. А может быть это? Может быть фазмофобию? Да квартиры. Наоборот, ты ж, блядь, ветеран Амонгаса. Ты ж ветеран Амонгаса, должен знать, что как думает, кто куда ходит, блядь, и так обосраться. Да чел, я забыл за эти засады вообще, что такое есть. У меня вообще из головы вылетело, и вот это, что там надо... Бля, вы вроде, кстати, за один год не было, говорили, блядь, что надо туда наступить, и думали, типа, Димасу наступать, либо Универсу. Да я не понял, блядь, я не понял, потому что я забыл за эти засады. И мы сказали, что Димас сейчас пойдет и чекнет, а мы будем ловить Радугу.
А я вообще считаю, что нужно было Диме не идти к тебе драться, кстати. Я считал, что ему нужно было сделать шаг назад. Ну что, а я бы, знаешь, я бы наступил бы на него. Я просто шел бы на него, и когда он бы шел на меня драться... А они бы с Лизой, Лиза бы высадилась. Нет, Лиза, Лиза высадилась. А как заходить вдвоем? Генуа. Как драться вдвоем? Если бы она бы высадилась, я бы подождал, и... Ну да, наверное, было. Они бы вместе пошли драться. Но я хотел, чтобы кто-то на меня напал, чтобы я летучий мышь. Закрой раздачу, покупайте билеты последние. У тебя слишком гордость большая была. Ты не мог сразу бежать. Вдвоем, я поэтому и говорю, а как вдвоем драться? Нужно пойти подождать. Драка же идет, как во время драки выйти? Объясняю, когда вы стоите в одной клетке, то радуга дерется драка с двумя сразу. Радуга должен сам зайти. Драка начинается не тогда, когда ты наступаешь. Драка начинается тогда, когда рассвет наступает... Да, когда ход заканчивается у всех. То есть рассвет или закат. Понял. Я последний ходил, я понял. Радуга находится в городе, так? Так, смотри. Ты заходишь к нему, и после этого еще кто-то заходит. Вдвоем заходите. Вы пиздитесь вдвоем. Вот так. Да. И тебе было сложнее бежать, конечно. Если бы ты ушел... одного, а второго... И если бы ты ушел... Да, второй просто бьет. Второго контрить нельзя. Дракул выбирает, кого контрит, а второй просто бьет. И без, типа, без затменений, без ничего. И если бы ты встал в Генуа, Лиза бы высадилась с тобой в Генуа, вы бы стояли вдвоем. А у Радуги был всего один путь. Один. И из Генуа есть, была дорога на двойной прыжок. Только... Венеция. Нет, не только. Прыжка. Еще и наверх. И если бы вы зачекали, если был бы волк, то это была бы либо Венеция, либо город над вами. И вы могли пойти в город над вами, я не помню, как он назывался. Если бы его там не было, то на следующем поезде на два вы его догоняли. Mm-hmm. Это... Да, и там бы еще я был, кстати. Я не в ту сторону думал. Блять, я тебе все это говорил. Я тебе буквально все это говорил. Бэ, Максим пол игры мне вначале не прочитал, куда я двигаюсь. Да неправда, это не Радуга закинул донаты в универсы Радуги. Да, мы поняли, не поняли, блядь. Бля, я просил пацаны 2000 рублей, ебана в рот, блядь. Это, в следующий раз, надеюсь, вы также со мной поступите, да? Ты мне сказал, что это, типа, да я уверен, все будет заебись, сука. Надеюсь, мне не будет это сниться сегодня, Димас, потому что если будет, то я загоню тебе осиновый кол. Бля, да что это за блин, бля? Я сразу сказал, что эта мина, она под Дракулы ходит, она изначально укушена, ей нельзя верить, блядь.